Ребята, всем привет! Пришла посылочка мне. По названию видео вы знаете, о чем идет речь. Вы. Я, если честно, не знаю пока, что тут внутри. Я знаю приблизительно, но какое из этих пришло, не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Ребята, неожиданно быстро пришла посылка. Я ее вчера только, не, позавчера только заказал. И она уже пришла. Значит, видео назовем так. Чем питается американец в армии? Убираем. Вот, ребята, как это выглядит. Это на один день. Солдату меню 7. Брискеты, энтри, грейвы. Окей, давайте посмотрим, что внутри. Так, ну что нас тут ждет? Это что такое? Irish cream cappuccino. Капучино. Я надеюсь, вам видно всем. Капучино. Окей. Капучино есть. Это что такое? Вообще совершенно в другом стиле, как немецкая была. Кто не видал, зайдите по ссылочке в описании. Посмотрите, что это такое? Ладно, буду открывать и потом осмотреть. Это что-то не знаю. Какие-то протеины, все. Это что такое? Тоже буду открывать, смотреть. Это что такое тут еще? Смотрите, такая штука. Нарисовано, кушать нельзя, но это ясно. Добавляешь воды. Воды добавлять, я не знаю, вот по этим полоскам, наверное. Потом вот сюда она как-то засовывается. Короче, потом разберемся, что еще есть. Довольно много. О, вот это что-то жидкое какое-то. А что именно, вообще не стоит. Brisk entry. Угу. Откроем сейчас, посмотрим. Это что такое? Peppermint. А, типа конфетки или что? Peppermint какие-то. Тоже надо. Короче, все надо открывать, чтобы узнать, что это. Смотрите, как запаковано. Вот немецкое совсем не так было запаковано. Это, видите, вакуум прям. Соль, перец, сахар. Плюс вон две жвачки. Вот такие две жвачки. Так. Ложка. Хорошо. Это что такое? Это какой-то мармелад, наверное. А это еще... Вот это, наверное, и есть самая главная еда. Так, что еще есть? Все, и есть еще будто масло. Вот масло вот такое. Ребят, довольно много, да? Все вот так укладано у них. Немецкое вообще по-другому было. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, как выглядит. Сейчас будем все потихоньку. Я вот с этого начну, наверное. Это главное блюдо, наверное. Вот. Так что... Вот это пока все убираем. Давай попробуем, что-то. А вон как она открывается. Мясом отдает. Это по-любому надо мне. Это как его. А почему они не сюда нету у них, где подогревать, да? Мясом отдает. Мне кажется, я понял, для чего вот эта хрень. Это, наверное, и есть использовать, чтобы подогревать. А давайте нальем воды и посмотрим, что будет. Какая-то химическая реакция происходит. Короче, подождем. Я не знаю, я думал, это используется для этого, чтобы посогревать, может.
Без понятия. И там что-то как будто кипятится. Ребята, реально, вода нагревается аж. Короче, вот эту штуку они используют, ну, 100%, чтобы подогреть воду. Это. Ну, или подогреть себе поесть, или, может, для чая. Хотя я бы не пил бы эту воду, которая там сейчас внутри. Слышите? Так, а мы посмотрим, что у нас тут внутри. Ну, что у нас тут, а? На сегодня будет за ужин. Конечно, выглядит это не очень аппетитно, я вам скажу. Надо подогреть это все дело. Короче, это выглядит как тушенка. Тушенка в соусе типа. Все, все выдавил. Так, ребят, все подогрел. Вот как это выглядит. Смотрите. Сейчас будем пробовать. Выглядит как кошачий корм. Смотрите, вон кошачий корм. Почти что одно и то же. Ладно, будем пробовать. Подогрел чуть-чуть. Соли тут достаточно. Запах мне не очень. Говядина. Ребят, что-то мне не мой вкус, по-моему. В лесу, я думаю, она, когда ты голодаешь или мало ешь, просто залетит в тебя. На данный момент я хочу сказать, что немецкий сухпай, вот главная еда, было вкуснее, я думаю, для меня. Так, ну что, будем пробовать, то есть смотреть, что это. Я сейчас просто буду тупо открывать. Короче. Это что такое? Смотрите. Короче, это что-то с сыром связано. Короче, сейчас тоже подогрею. Может, когда подогреешь, будет вкуснее. Так, ребят, подогрел. Короче, это получается у нас. Вот, видно вам? Это картошка. Типа в духовке сделана. В сыру, знаете, когда посыпают, потому что это сыр. Так, сейчас мы ее попробуем. Угу. Знаете, чем отдает? Вы эти чипсы едите, там, например, в кино или где, и вам соус подают, да? Тотиас, вот эти чипсы. И вам соус этот сырный дают. Вот, это тот же сыр. Ну что, попробовал одно и второе, вот получается. Это одно блюдо, картошка и плюс вот это вот, а. Типа тушенки в соусе или что, да? Не мое это, я не знаю почему. Одно и другое мне не нравится. О, да, запах капучино. Капучино. Так, сахар здесь есть. Как и в немецких этих. Вот, смотрите, даже есть, вот, чтобы не, если изляпались, есть салфетка. Так, берем. Что такое? Это соль.
Cranberry. А это что должно быть? Ну-ка, это что? Короче, тут еще много мне чего открывать, я так понял. Короче, капучино мы заварили. Соль, перец, сахар, все есть. Ну-ка, я, может, без сахара. А, ни в коем случае сахар не нужен. Он уже сладкий, все. Так, ребят, открываем следующее. Что это такое? Как думаете? Я сам не знаю, что это такое. Это сосательный фефаминс. Как его? Не знаю, как по-русски. Ну, мята, вот, мята. Сосательные конфеты мята, вот такие. Тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, то ли 10 штук. Ладно, их мы пробовать не будем. Так, давай открывать следующий пакетик. О! Так. А это что такое? А, изюм. Изюм вот такой в пачке. Вкусный такой, влажненький. А это мне нравится. Вкусный. Изюм вкусный. Палец вверх. Так, жвачки мы не будем. Давай откроем вот это вот. Знаете, что? Мне интересно, почему нет хлеба? А! Дебил! Ребята! А вот и хлебушек вот такой. Один. О, более мягкий даже. Очень мукой отдает. Но есть можно. Но привкус какой-то странный. Так, что у меня еще? Вот у меня что еще. Вот есть пакетик такой. Apple Jelly. Это желе какой-то яблочный. И есть такой. А, это просто масло. Так, его откроем. Ну-ка. Это же американский этот сухпай. Это как его? Орешковое масло. Эртнус бута. А как по-русски? Ну вы поняли, да? С орехов масло это. Эртнус бута. Короче, переведу, напишу. А его я люблю. Ясно же было, в Америке они его едят же всегда. Вот это мне нравится. Я люблю вот такое масло. Вот его, хоп. На хлебушек намазываем. Вот это вкусная штука, ничего не скажешь. Я и сам ее тут покупаю. Потом берешь мармелад. В Америке они же делают там, мажут его и все туда могут ложить. И мясо, и все. Вот видите, мармелад яблочный. Хопа. Так. Мажем. Вот это вкусно. А вот это первое блюдо, ну не для меня это было. Но я думаю, на природе, где-то в лесу, если все вкусно будет. Ребят, не забудьте поставить палец. Вам не трудно, мне приятно. Напишите комментарии, пишите что угодно. Буду отвечать, будем переписываться. А я буду заедать это
и убирать этот бардак. Вы посмотрите на этот бардак. А, что хотел еще сказать? Сколько это стоит? Так, стоит это 17,95. Ну и плюс еще доставка 3,90. Так что 21,85 я заплатил за эту посылку. Хочу сказать, что немецкая мне более чуть-чуть лучше понравилась. Единственное, что тут хорошо. Тут можно сделать себе теплую воду. Вы видали в начале. У немецких не было почему-то. Или вообще как подогреть это. Я думаю, вот с этой штукой это делается, подогревается. А в немецких не было чем подогреть. Жари холодный, короче. Ну все, ребята, так что всем хорошего дня. Кто смотрел, давайте подписывайтесь. До свидания.